Хутка яны стануць зоркамі. У Магілёве прайшоў гала-канцэрт пераможцаў абласнога этапа рэспубліканскага конкурсу сярод працоўных калектываў «Новыя імёны Беларусі 2016». Лепшыя з лепшых будуць прадстаўляць Магілёўшчыну ў сталіцы. Простыя працаўнікі з гарадоў і вёсак, сёння ўсе яны артысты і мастакі. Конкурс «Новыя імёны Беларусі» праходзіць у краіне ў другі раз. В том сезоне как раз-таки Могилевщина была самая представительная в республиканском. Ну и самые хорошие результаты у Могилевской области. Ольга Новикова, которая выступала уже на одной сцене и с Львом Лещенко, и с Надеждой Бабкиной. Кирилл Артеменко, который, ну, уже все знают Кирилла Артеменко в стране. Дарэчы, пераможцы першага конкурсу так само удельничают у концерте. Зараз уже у якости гоноровых гостей. Я шел от предприятия «Могилев Химволокно». Выдвинули меня профсоюзы наши. Вот, я, конечно, просто пришел поучаствовать, а видите, как получилось, прошел финал и победил. У нас был большой тур по Беларуси, мы проехали, ну, я 53 города, там кто-то больше. Вот это такая сумасшедшая практика, сумасшедший опыт. Не у всех звезд даже получается такой опыт сумасшедший. Вот для нас это было просто что-то невообразимое. У конкурсных турах приняли удел 600 человек. За их только 43 конкурсанты трапили в финал. Подтримать своих земляков приехали глядачи из усяго региона. За весь час отбору концерты поглядели 6 тысяч жыхароў в области. Татьяна Дмитриева, Александр Тарасов, «Новини регион».